тебя интернет с молокома, да? Да. И нормально ловит? Или как? Где как? Ну, пока вот едешь, видишь, едем, не смотри так. О, пожалуйста, вот этот пропал, появился. А так, если стоишь, там фильм посмотреть, тянет нормально? Да, куда там, какой там, нет. 3G какой там. Ютуб еще куда ни шло. Если достоишь, проще подъехать куда-то под Wi-Fi. В любой матрешке, он красивый, по-моему, торговому центру, кафешке где-то, на заправке. На кольце на мир, там на ювелирном везде этот фри Wi-Fi. За него дороже платить, да, это глубоко? Ну, вот я за 5 гигов плачу 200 рублей. Без лимит 500 рублей. Ну, мне вот 5 гигов хватает. У меня 3 программы, я в 4 службах. На 3 службы хватает. Вот 3 службы, и что там еще интернет. Когда-никогда навигатор. Ну хотя он у меня офлайн. Так, чтобы то не набирать вручную эту Алису позвала. Но... Мне 15 не хватает. Ее. Ну это ты смотришь, наверное, что-то. Ну когда смотрю, ну редко смотрю. Ну как бы это. Если фотографиями меняешься, там где-то... Ну, без конца ж WhatsApp лагер. А, ну да, а там же фото, видео, ты же кидаешь, вот поэтому... СМС-ки. Если бы ты просто там разговаривал по тому же WhatsApp по вайберу, или просто переписывался, то за глаза. И это учесть, что я не целый месяц не нахожусь, ну, это там, в России, нахожусь целый месяц там. Ну и что, стоим? В России где? Да, и это, ну, катаем, езжу. Дальнобойщик. Блин, сколько у меня друзей дальнобойщик. Ты по России чисто едешь? Угу. Да, алло. Да ничего, ты дома? Я сейчас поеду в Ростехосмос на самом деле.